Ты готов? Поехали. Держись крепко. Хорошее настроение. Погода сегодня, посмотрите, какая красота. Мы идем с завтрака. Вау, просто не то что красиво, а вот действительно по-мальдивски волшебно. Погода шикарная, наконец-то весь день должно быть солнце. Да, он сейчас тебе поможет. You lose too much pain. Now we have to wait until it gets dry. Yeah? So once it gets dry, I'll fix it for you. Because there's too much pain. No, it's too dry. Я сегодня первый раз рисовала, вышла из океана. И у нас был такой private урок на берегу океана с нашим учителем. Это моя сегодняшняя первая работа. Он не верит в то, что я первый раз. I still don't believe. Не верит, но это правда. Я никогда не обманываю. Уже дожила до такого возраста, когда можно не обманывать. Я первый раз. Это моя работа. Это рисовал он, а это рисовал Саша. А нет, Саша, где Саша? Саша. А вот Саша. Сашина работа. Это было то, что мы должны были нарисовать. Это рисовал мой учитель, и это рисовала я. Вот. И Саша кричит: покажите, что нарисовал он. Сэм. Это оригинал и Яна.